Областной конкурс «Сердце отдаю детям» – это возможность лучших преподавателей дополнительного образования со всего Подмосковья проявить свое педагогическое мастерство в творческом ключе. Собственно, именно они формируют мировоззрение и закладывают основы прекрасного детям в свободное от учебы время. Министерство образования и губернатор очень большое внимание сейчас уделяет дополнительному образованию. И вообще в стране сейчас уделяется большое внимание дополнительному образованию, обсуждается концепция дополнительного образования. И мы вот сейчас по участию в конкурсе видим, что для педагогов это важно. И для вот территорий, которые представляют Московскую область, все заинтересованно отнеслись к этой теме. И вот как бы конкурс проходит у нас очень успешно. Члены жюри присутствовали на каждом открытом занятии и оценивали профессиональное мастерство педагога в общении с незнакомыми детьми. Всего лишь за полчаса конкурсантам предстояло познакомиться с ребятами, преподать основы своего ремесла в интерактивной форме, а главное – заинтересовать им детей до полного восхищения. Насколько мы можем судить по итогам, впечатление, конечно, у детей огромное. Они все с удовольствием, все с горящими глазами, все выходят. Будут очень счастливые. Они сегодня научились очень много новому, выносят, получают свои великолепные работы, прекрасные итоги. От Одинцовского района с дополнительной образовательной программой «Япония и мы» выступила Ирина Николаевна Сухоручкина. Уже 8 лет она преподает японский язык в 10-м Одинцовском лицее. Мы сегодня представляем Одинцовский район. И мы боремся за Одинцовский район в рамках всей Московской области. И мы верим, что мы выступим очень достойно. На своем интерактивном занятии она постаралась емко и красочно познакомить детей с культурой Японии. Ребята научились правильно одевать традиционную японскую одежду кимоно, знакомиться по-японски и хором спели веселую японскую песенку. Дети с большим интересом погрузились в занятия. За короткое время они выучили много новых японских слов из повседневного обихода. На этом уроке мы выучили японские слова. Я выучила песню. Мы занимались приятным делом. Все было очень хорошо, мне очень понравилось. Я выучила много японских фраз. Если я приеду в Японию, то я не растеряюсь и найду общий язык с японцами. Спасибо за занятие. Екатерина Старосветская, Владимир Дыньков, телекомпания «Одинцова».